здесь, чтобы быть подводного курорта. Удивительно. Размером несколько больше комнаты, но они каким-то образом умудряются отыскать путь именно сюда. Когда столько водорослей нарастает на панцире, это снижает скорость. Но чистильщики отлично справляются со своей работой. И в благодарность черепахи предлагают им сочную вегетарианскую диету. Кто-то даже не может дождаться своей очереди. Они подплывают очень близко к другим, чтобы переманить чистильщиков на себя. Безупречно отполированным панцирем, черепаха может теперь продолжить плавание сотни километров по бесконечному простору океана, где словно в жидких небесах парит медуза. Она плывет, пульсируя, и с каждым пульсирующим движением закачивает в себя массу крохотных живых организмов. Внутри они перевариваются. Тысячи различных видов медуз плывут по течению, как парусные лодки по ветру. Многие плавают в одиночку. Мелкие медузы иногда собираются вместе в огромных количествах. Не знают, что ждет.